Умные часы не должны ломаться, иначе не починить. Осознанный взгляд машины. Компьютеры научились понимать изображение. Расческа для селфи. Девайс для настоящих нарциссов. Здравствуйте! Вы смотрите канал 24KZ, и это ProNet. Свежий выпуск и свежие новости из мира хай-тек. Начинаем с разборок. Жертва – новые умные часы. Множество людей по всему миру могут сказать им спасибо. Команда ресурса iFixit сэкономила изрядное количество денег тем, у кого ломались их новые модные гаджеты. Все благодаря регулярным разборкам и анализу новинок. И вот ребята из iFixit сразу после выхода в продажу умных часов от Motorola гаджет, конечно же, разобрали. Основная задача участников всех экспериментов с разборкой гаджетов на сайте iFixit – выяснить, насколько ремонтопригодно то или иное устройство. Ну и, соответственно, стоит ли рядовому пользователю браться за ремонт самостоятельно. После того, как смарт-вотч Moto 360 были, так сказать, декомпилированы, был вынесен вердикт. 3 из 10 баллов по шкале ремонтопригодности. Картину испортило то, что вроде должно защищать устройство. Герметизирующие прокладки и мастики, конечно, позволят снять заднюю крышку, но вот собрать все обратно после ремонта будет трудно. И то, что внутрь не попадет вода, никто не гарантирует. Отняло баллов и то, что до дисплея и батареи умных часов сложно добраться. Надо сначала извлечь множество других элементов. И совсем уж нехорошо обманывать покупателя. Участники проекта iFixit считают, что батарея в Moto 360 имеет емкость не 320, а 300 мАч. Такие вот разборки в маленьких часиках. Компьютеры теперь все понимают. Ну, почти. По крайней мере, современные ЭВМ могут определить, что изображено на каком-либо снимке. А это, оказывается, может быть весьма полезным. Ежегодно Стэнфордский университет проводит для ученых и разработчиков программного обеспечения конкурс ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. Главная задача конкурсантов — создать наиболее совершенную программу, которая сможет улучшить так называемое компьютерное зрение. В этом году отличных результатов добилась команда с названием GoogleNet. Причем LNet здесь означает, внимание, одна из реализаций сверточной нейронной сети. Раз господа так назвали команду, значит, они точно знают, что делают, и у них в самом деле получилось заставить бездушную машину с кремниевым сердцем определять и называть объекты на разных снимках. И собачка в шляпе или ряд стиральных машин — это так, мелочи. Ведь технология в будущем может использоваться для совершенствования поиска в интернете тем же Google. А еще она может стать частью автомобиля, который ездит без водителя. Колесный беспилотник Google разрабатывает последние пароли. Есть также подозрение, что новая программа станет частью обновленной OS Android. Кто-то уже понял, что селфи все же моветон, но многие по-прежнему с большим удовольствием делают фотосамострелы. И одна американская фирма решила сделать жизнь любителей селфи комфортнее. Создана селфи-браш – расческа специально для автопортретов. Селфи-браш – это весьма оригинальный аксессуар для айфона. Это и чехол, и расческа, есть в нем и зеркало. А также все кнопки яблочного смартфона 5-го поколения доступны. Фотографируйся не хочу, да еще за совсем смешные даже для небогатых американских тинейджеров деньги. Гаджет стоит $20. Зато как удобно. Вот захочется сделать селфи, а неизвестно, вдруг локон из прически выбился или тушь потекла. Нужно глянуть в зеркало, оно же поможет выбрать лучший ракурс, расчесаться, ну и, собственно, удобно, держа всю систему за ручку, сфотографировать себя любимого или любимую. Да уж, прогресс точно не стоит на месте. Следите за новостями хай-тек. Лучше всего это делать, если смотреть выпуски проекта ProNet в эфире 24KZ или на сайте телеканала. Также заглядывайте на странички проекта в социальных сетях. Там найдете много чего интересного. На этом все. До встречи в эфире и онлайн.